Завершилось народное голосование по выбору главных достопримечательностей Ставрополя. 10 объектов представят на стенде края в рамках выставки «Россия», которая пройдет на московской ВДНХ в ноябре. Губернатор Владимир Владимиров в соцсетях поблагодарил всех проголосовавших, их почти 80 тысяч, и озвучил список победителей. Расскажем всей стране про каменное ожерелье в Александровском округе, оленью ферму в Андроповском округе, военно-патриотический центр «Патриот» из Георгиевска, Ессентукскую грязелечебницу, Кочубеевскую ветроэлектростанцию, Красногвардейский каменный крест, бульвар Мира в Невинномысске, музей боевой и трудовой славы в Новоселецком округе, дельта-клуб на горе Джуца и Пятигорский парк «Цветник». В Кисловодске на улице Горького строят детскую хореографическую школу на 380 мест. Сейчас специалисты занимаются отделкой фасада здания, параллельно монтируют инженерные коммуникации и обустраивают напольное покрытие, сообщили в региональном Минстрое. Учреждение будет работать в две смены. Работы проводят по госпрограмме развития СКФО. Завершить строительство планируют в этом году. В селе Правокумском завершается благоустройство парковой зоны. На территории пространства заменили металлическое ограждение, обновили пешеходные дорожки и установили малые архитектурные формы, сообщили в Минторе Ставрополя. Также там обустроили систему уличного освещения, оборудовали камеры видеонаблюдения, позже проведут озеленительные работы. Благоустройство парка проходит по программе формирования комфортной городской среды. В хуторе Холодногорском завершается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Там уже привели в порядок внутренние помещения, заменили кровлю, полы, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Позже в медучреждении установят мебель и оборудование. Работы проходят в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения.